Время присоединиться к клубу. Евросоюз готов принять 6 стран Западных Балкан, об этом заявили в Еврокомиссии. После нескольких лет отказа от расширения Брюссель, наконец, меняет риторику. Почему и можно ли считать это сигналом для Украины, узнавала Елена Абрамович. Членство Сербии, Черногории, Македонии, Косово, Боснии и Албании Евросоюз пообещал еще 15 лет назад. Но мировой экономический кризис, а затем проблемы с мигрантами вылились в усталость от расширения. Эта фраза, как оправдание, звучала не только в адрес балканских стран, но часто и Украины. Теперь в Брюсселе изменилась риторика. Западные Балканы – географически часть Европы. У них общая история с ЕС, культурное наследие, а также общие вызовы, интересы и возможности. Мы только что приняли стратегию, в которой четко говорится, что все 6 стран Западных Балкан должны, наконец, присоединиться к Евросоюзу. Произойти это должно до 2025 года. Но прежде Сербии, например, придется договориться о нормализации отношений с Косово. Другим странам необходимо провести немало реформ, отметили в Брюсселе. Именно их свертывание и усиление влияния России и Турции в регионе заставили ЕС дать новый сигнал поддержки. Впрочем, ждать аналогичного шага в адрес Украины не стоит. Если посмотреть на балканские страны, большинство из них маленькие и воспринимаются интегрированными в Европу. Конечно, нельзя сказать, что присоединение Сербии или Черногории все население ЕС воспринят положительно, но это уже пообещали. И это очень отличается от предоставления обещания такой большой стране, как ваша. По Западным Балканам ЕС всегда был консенсус, которого нет по Украине, объясняет эксперт. А недавний референдум в Нидерландах свидетельствует также о сопротивлении со стороны населения Евросоюза. Третья причина. На территории Украины продолжается конфликт. И это серьезное препятствие для предоставления перспективы членства. Четвертая причина – Россия. Существует обеспокоенность среди стран ЕС, что такие шаги могут вызвать враждебность со стороны Москвы. Больше шансов у Киева на особое партнерство, формулу которого выработают в рамках Брексита. Если соглашение между ЕС и Британией будет успешным, то не исключено, что его возьмут за основу в отношениях с другими странами, такими как Украина и Турция. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.